Шанс стать помощником депутата получили 45 человек. Предварительно они отправили резюме организаторам и их пригласили в проект. Основные критерии отбора участников – возраст старше 18 лет, активная гражданская позиция и желание трудиться на благо города. Настоящий помощник депутата должен обладать волей, целеустремленностью, не бояться исправлять свои ошибки, которые допустил, и должно, у настоящего помощника депутата должно быть желание. Самое основное. В течение 2 недель парламентарии будут делиться опытом на семинарах и лекциях. Спикерами выступят политики, представители Общественной палаты Севастополя. Среди заявленных тем – права и обязанности депутата, алгоритм работы в тяжелых стрессовых ситуациях, обучение делопроизводству, психология общения. Проект очень нужный. Вовлечение молодежи в политику, в жизнь города. Ну и возможность проявить себя, показать, на что способен человек, да, заявить о себе, если это талантливый, способный человек, необходимо его разглядеть, увидеть и дать возможность для самореализации. В рамках проекта «Севастопольская молодежь» получит базу знаний, необходимую, чтобы стать помощником депутата. А круг задач в такой должности широк – ведение документации отчетов, содействие в организации приема граждан, сотрудничество с прессой. Нам очень не хватает тех молодых людей, которые занимают активную жизненную позицию, они знают, чего они хотят для Севастополя, какие изменения они бы видели в какой-то ближайшей перспективе в нашем городе, и поэтому готовы в этом направлении работать. Мы, депутаты законодательного собрания, расцениваем вас как, безусловно, депутатский резерв. Образовательный проект завершится 10 марта. По его окончании участники получат сертификаты. В дальнейшем самые активные и целеустремленные получат возможность стать помощником депутата. Елена Корнухова, Андрей Тимчук, информационный канал Севастополя.